С 1 ноября в регионе изменится порядок электронной записи ребенка в детский сад. Сделать это можно будет только с помощью федерального или регионального портала государственных услуг. Главное нововведение – необходимость авторизации на портале. И что самое важное – подтверждение своей учетной записи, так называемой простой электронной подписью. Зарегистрировать ее достаточно единожды в городской администрации. А позже такую услугу планируют ввести во всех многофункциональных центрах региона. Для регистрации нужен паспорт. Вся процедура занимает порядка 5 минут. Но, как раньше, не выходя из дома, записать ребенка в садик уже не выйдет. Пункты подтверждения учетной записи у нас уже появились также в нескольких муниципальных образованиях, в 6 муниципальных образованиях они уже сейчас действуют. Это Ильинский, Савинский, Фурманский, Шуйский, муниципальные районы, городской округ Кинешма, городской округ Кохма. Вот. Когда гражданин подтвердил свою учетную запись в таком пункте, его учетная запись на региональном портале является уже простой электронной подписью. И после этого он может осуществлять все действия, связанные с предоставлением услуг, с получением услуг в электронном виде. Подтверждать подпись нужно, вернее, учетную запись подтверждать единожды. Один раз он должен прийти, чтобы подтвердить. И все, на всю оставшуюся жизнь у него вот этот логин и пароль на портале, это и есть его простая электронная подпись.